Добрый день вам, друзья. Не добрый день вам, нет, дорогие. 27 марта день рождения замечательного, неординарного артиста. Очень интеллигентного, вдумчивого человека, который стал заложником своего образа. Но при этом остается очень интересным собеседником. Я столько раз с ним записывал интервью, его имя выучить так и не могу. Джонатан Эль-Аир, Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Это Никита Борисович Джигурда. Вот если отвечать на вопрос не кто есть Джигурда, а что есть Джигурда, какой был бы ответ? Адекватный. Я гениальный артист и режиссер. Так. Я помню театральный институт имени Бориса Щукина вместе с Сашей Гордоном, другими талантливыми ребятами. Я был у мастера Евгения Рубеновича Симонова, великого русского армянина, главного режиссера театра Вахтангова. Меня привели к нему из театра на Таганке. Юрий Петрович Любимов брал меня на все роли Высоцкого. Таким образом, я артист по диплому. А есть у нас еще, и режиссер. Еще скажем так, джигурды меньшего, допустим, масштаба, не такого? Конечно. Вот, у меня брат старший. Но здесь же вопрос в чем? Я родился 27 марта 1961 года, в день и в год, когда ЮНЕСКО решил праздновать Международный день театра. В Киеве. В Киеве я родился. Так. Но суть я понял, и все ее знают. Шекспир сказал, весь мир театр, мы в нем актеры. Сегодняшние компьютеры, сегодняшние возможности дают возможность, дают право людям осознать себя частью игры и ее создателем. Ибо все религии говорят, что мы дети Божьи по образу и подобию. Я говорю, ребят, мы все время рассматриваем с точки зрения Фрейда, подсознание копаемся, секс там, что... Давайте вспомним ученика Фрейда Юнга, который сделал, сосредоточил внимание на сверхсознании. Если мы дети Божьи, все религии говорят, значит, мы боги. Так значит, давайте искать то время, где наши предки понимали это. А это древняя ведическая Русь. Дождь Бог, Сварог, богиня Лада, женские богини, мужские, люди, живущие и понимающие, что они в своеобразной игре, говорили, наши предки на небесах боги там, а мы боги на земле. Меня мой Бог рабом не называл. Угу. И я своих детей, пятерых земных, богами не называю. И я мечтаю, чтобы они были лучше, любвеобильней, круче, милосерднее, чем я. Неужели тот, кто создал эту игру, хуже нас? Он также ждет от своих детей. Дети, не бойтесь стать круче папы. Много у нас ребят... мечтают стать круче создателя всей этой великой игры под названием «Жизнь». Очень мало. А в этом заключается игра, в этом заключаются все вот эти ловушки и все. Это как огромная-огромная космическая игра, где более высокие цивилизации могут наблюдать, как мы можем включить телевизор. Я могу сказать, что там за стеклом молодые... под руководством продюсером, вырезающих почему-то все созидательное, оставляющие одни лайки. Мы ничего не вырезаем, Точно так же более высокие цивилизации могут наблюдать за нами. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».
Вы все время меня пугаете, я употребляю ненормативную лексику. Нет, вы употребляете везде, не везде так. Где можно, поэтому... Я ее не употребляю в жизни, в том-то и дело. Что я по жизни... Вы не употребляете. Я по жизни в быту очень редко, очень редко. Ну, вы же по жизни в быту выглядите вот ровно так же, вы же не снимаете там парик, вот все эти там перстни. Почему? Там, ну, я цацки дома снимаю. Нет, да, я еще раз говорю, конечно. Душ принимаете без цацки? Это сознательный шаг и с матом, и с маской. Не-не, мне про цацки интересно, в аэропорт. Тут тоже вы в аэропорт меня никогда не трогают, едете, да? Меня не трогают. Ну, в России меня не трогают, и за границей нет, меня ну, трогают. Нет, ну вы же, да, помимо России, да. Вы где-то ну, бываете, во Францию да, я еду, ну, вот, в Испанию. Ну, вот по всему видно, да, я так понимаю, что в любую страну вы приезжаете, там понимают, что это человек из шоу-бизнеса. Безусловно. Потому что вы все для этого... Как особенно бы если делать. Я хочу, чтобы они понимали, кто я. Здесь ну, же вопрос желания. Бывает вопрос так, что желания. Вы не хотите. Ну, конечно, я могу быть скромным, заколоть волосы. Я не представляю вас ну, скромным. Ну, дело вот не в этом. Мы сейчас уходим немножко, да? Вот столько а мы вокруг. Уходите, да, куда мне столько тем. А вы уходите, видите, куда вы уходите. А вы все время куда-то свою программу. У вас я есть какая-то суть. Программа. Вы ее суть. Вообще и долбите. А как? Анисина реагирует на это. Так я только благодаря Маринке и смог это осуществить. То есть она поддерживает. Я с предыдущей супругой расстался идеологически. Я вообще идейный. Меня многие, ну, те, кто не знают, да, они думают, так, Джигурде, где деньги заплатят, то он и делает. Заплатили деньги на Майдане, заплатили деньги там в Донецке со знаменем победы. Нет, я с детства, с юности, и вообще у меня были родители, как были. Мама жива, 85 лет, в элитном институте, закрытом на военную промышленность. Я учился в элитной школе под кураторством КГБ, правда, был в 8 классе, переведен через комиссию по делам несовершеннолетних. За что? Ну, за то, что посмотрел «Ромео и Джульетта» фильм в 8 классе, и меня так это вдохновило, что я сел на велосипед и, будучи влюбленным в свою одноклассницу, через весь город оборвал клумбу, залез к ней на второй этаж, прошел комнату родителей спящих, оставил ей букет, любовался, смотрел, дышать не мог вообще. Опять через родителей, опять в школу. И так каждую неделю в течение месяца ей приносил цветы. Она даже не знала, что это я. Но ее подружке я рассказал, а подружка пригласила меня к себе домой. И я даже не помню, как так очутилось, что я весь одетый, а она раздетая. У тебя так бывало? 8 класс, понимаешь, да? И я благодаря старшему брату я знал Камасутру. Теоретически. Mm-hmm. Но практически у меня ничего не получилось. Как-то так задыхался, когда взял. А она рассказала своим подружкам в классе, что значит она вот с Жигурдой была. Она подружкам, подружки подружкам, классная руководительница, меня к директору, меня на комиссию по делам несовершеннолетних, рассказывай, что было. Я говорю, да ничего не было. Ну, короче, меня перевели из элитной школы в нормальную школу. А и в элитной у меня всегда было неуд поведение, потому что я был хорошистом. Ну, то есть вы с детства так шалите. Да, да. Я с детства был, но я был очень нежный на самом деле. Ведь а вот это же защитное. Никита, да, это...